Зачем мне, чтобы моя жена ходила в короткой одежде, которую сдувает ветром? С голой задницей ходят кони, коровы и барашки. Люди не ходят по улицам в таком виде. С голой задницей ходят дикари. Представьте, как кто-то идет за вашей женой и пялится на ее полуоткрытый зад. Теперь вы меня, наверное, понимаете. Как я могу защитить свою жену, если она разгуливает полуголая, привлекая чужое внимание? Да выставлять женщину в таком виде я бы мог только, если бы хотел кому-то ее продать. Если это моя жена, тогда что же в ней лично для меня? Что могу видеть только я? Так почему же я не прав? Как можно так обращаться с женой, с той, кого ты любишь? Все красивое, созданное Богом, прячется очень глубоко. Легко вы бриллианты не найдете. Вам придется копать, копать и копать, а потом очищать. Вы не можете. Послушайте, вы не можете... Легко найти золото. Все самое дорогое достается тяжело. Жемчужины, рубины. Да и даже нефть. Придется покопаться и будет тяжело. Все красивое, созданное Богом, всегда доставалось тяжело.